забыли про... Бежим, выполняем задание с гильдии воров. Перемещаемся в Рифтон. А то мы играем уже целый час и что-то никакой пользы. Ну, мы выполнили квест Аретино, да? Значит, пока ассасины не пожаловали. Не знаю, кто-то знает чего-то. А, кстати, это, может, это они мне письмо-то прислали? Что, мол, мы их... Эти контракты выполняем. То есть, по идее, я могу напасть на любого, да? И откуда только берутся эти вампиры? Нет. Меню навыка, чтобы повысить уровень. А, да, там, кстати, вовсе нападают на вампиров. Магия, значит, да? Кузнечное дело. Магическое оружие и броня. Можешь создавать эбонитовые доспехи, оружие во всех кузницах, улучшать и вдвое до двое более высокого уровня. А у меня не хватает. Стоять! Я не прокачалась. Тяжелая броня. Она у меня стеклянная броня. Это тяжелая броня. А мне все равно не хватает. А вот при бое без оружия тяжелые перчатки наносят дополнительный урон наравне их классу брони. А какие у меня перчатки? Мы щитом не пользуемся, двуручным не пользуемся, одноручным сейчас. Пока что тоже на времени пользуемся. Пользуемся, когда у нас все микстуры заканчиваются. Когда другой выбор нет. Стрельба из лука. Тогда... 10% вероятность критического попадания, при котором наносится больше урона. Да, а это, с другой стороны, что у нас? Если нажать клавишу блока направо, при прицеле вы приблизите цели. Это хорошее умение. Надо попробовать. Помогите кто-нибудь! Теперь ты поплатишься. Мы типа вампиров тоже убиваем. Мастер вампиров. Я сейчас просто боюсь, что на меня опять кто-то нападет. Мудрость Азуры с тобой, мой друг. Я их спугнула. Старуху, что держала приют для сирот, убили. Слушай, мы часом... Рад видеть, что тебя заварил котелок наконец. Я тебя не рада видеть вообще. Уйдись от меня. Город действует ей на нервы. Прими один совет. Не слушай, что болтает скульптор лиц в буйной фляге. Судя по тому, что мне рассказывали, это скорее меситель лиц. Меситель лиц. Поговори со скульптором буйной фляги. Ну-ка. А где нам его найти? Я в доспехах и ходить легко. Я туда попасть не могу, поговорить с скульптором лиц. Он, наверное, прозвище такое приобрел после того, как разукрасил несколько десятков лиц своим мечом. Я так поняла. А мы кинжал-то не отнесли, зачем мы в Айтран перемещались? Ой, что-то какая-то каша в башке. Поговори со скульптором лиц в буйной фляге, как я туда попаду. Ну что, прикалываетесь? Я иду с медоварни Черный Вереск. Так, надо обязательно разные выбирать. Если задание в разном, еще отметку ставить на квесте. Тогда будет видна цель. Да, вот, кстати... Он здесь поблизости. Хочешь посмотреть, как Балимон творит чудеса из стали, да? А как мне туда попасть? Это снизу, да?
Где потайной вход? Рад видеть, что у тебя заварил котелок наконец. Хочешь заработать деньжат? Как туда попасть-то, блин? Гончие смерти, ничего себе, продадим. Так, это находится внизу. А, наверное, это как-то так делается сейчас. Точно, наконец-то. Ой, я что-то даже и не додумалась, что здесь же может быть спуск вниз. Ну, пойдем, Джзаргу. Мы столько его искали. И когда я уже отчаялась, он сам пришел к нам в руки, благодаря тому охраннику. Пойдемте поговорим с ним. Такой мясорубке очень опасно на самом деле помогать им, потому что если мы заденем кого-то из охраны или городских, то на нас будут нападать те, кого мы защищали. Целый лабиринт ведь у них. Ага. Типа нельзя, да? Слушайте, ребят, а вы не поделитесь кровушкой со мной? Нет? Так, что там у нас с криками там? Огненная. Почему-то нет. Ой, не того, не того, не того. Кот, 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 кот. Обозналась, обозналась. Надо лечиться. Надо маску мраки одеть, забыла совсем. Магия. Кто-то меня убил. А, он меня убил из лука, что ли? Ну ладно. Иди на латранаха. Надо сразу же надеть маску Маракея. Амулет. Изменить крик на огненное дыхание. Отсюда сохранится. Блин. Что-то пройти не может. Нет, все равно лучше вызвать. Бей уже давай их. Он застрял. Вот, видишь, как каково мне с ледяным атронахом. Так что знай. Застрял он. Вот, знай, каково это быть таким сильным магом. Подводные камни. О них никто не рассказывает. Как это тяжело. Не злей меня. Он что там матом ругается? Что-то у нас магия закончилась. Ее вообще практически нету.
В этой броне нас быстрее убивает, да? Меня убивают, наверное, потому что я вампиром стала, что-то как-то у нас очень дела обстоят. Возьму-ка я лук и издалека буду луком. У нас замечательно в лесу так получалось. Возьму какой-нибудь яд, который забирает выносливость и силу, да? Есть у нас такая штука? Что-то ничего нету. А, вот упадка сил. Отнимает у цели 30 секунд. Ну, слишком близко стоишь ко мне, блин. Чё я делаю? Чё я делаю? Молоко выпало, ну ладно. Надо было давно уже его выбросить. Целится, короче, я знаю, в чем причина. Блин, где там у нас лечилки-то? Да не то, что-то. Да блин, что происходит-то? Кот никак не может справиться, что ли? Что-то долго его убивал. Мне-то ладно, он не может сделать скидку. Какие там вампирские эти запары. Он меня убил опять же. Лечились. Да, наверное, надо Розу Сангвина призвать. Что-то они какие-то сильные на легендарке. Розу Сангвина обычный. Уйди, котяра. Мой близок. Ничего, его никак убить не можешь.
Наконец-то. Аметист. Почему не безупречный-то? Продадим. Мы превратили кого-то в сладкий пончик. Очень сладкий. Сладкий рулетик. Потому что на легендарке еще с какими-то дефектами у меня. Там мучились с вами. Этот лучник меня уже два раза убил. Кто это с нами разговаривает, я не поняла. Откуда они вообще в курсе? С кем-то разговаривают. Они видели, значит, нас. Мост? Тут, наверное, где-то должен быть рычаг, да? Иди, иди, проверь на разведочку. Ну вот. Ну вот, теперь мы его превратили. Опять эти курицы пошли в ход. Слушайте, отстаньте от меня с этими курицами. И все норм, да? Бой близок. Мы сами его в Розу Сангвина можем превратить. Ну его в смысле их всех. Да. Ох, нифига себе. Какая-то ловушка. Похоже на какую-то темницу. Заброшенную. Монетка. Одна завалялась здесь. Б. Кто вы такие все, а? Искры. Так, а что произошло? Там какой-то горюч? Ой, я что-то взорвала. Это не мой день. Чего я делаю? Или ты же Зарго свиток использовал? Я, по-моему, все отобрала. Что-то все никак с тобой сегодня не наладится. Что-то все какая-то ерунда происходит. Что такой голос у него сразу противный прорезывается. Что ты делаешь? Ничего не делаю. По-моему, там какое-то горючее. Вот оно что, Михалыч. Вот здесь вот, короче, вот эта вся фигня, она может воспламениться. Потому что я использовала огненное дыхание, это все, короче, мы подожгли. Поэтому лучше выбоджекнуть его. Иначе мы сгорим нафиг. Понятно. А мы куда ходили-то? Мы не туда. Ой, блин. Туплю я. Какое-то издевательство просто.
Мы ждем курицу. Не знаю. Шейли из Dragon Age ничего не мешало раздавить курицу. Здесь это какая-то проблема. Дальше Зарго. Ну и... Ой-ой-ой. Зарго, не смей использовать ничего огненного. Вот когда они должны сдохнуть, они превращаются в крабов. Грязевой краб. Все. Где от него останки? Почему он все никак не помрет-то? Он все выбегает заново, снова и снова. Он там что, дублируется, что ли? Да продадим мы. Дубликат. Как звали Васю? Джиан. Все дублируется и дублируется. Думаю, сколько можно? Ну, в самом деле, капканчик. Оно нам нужно? У нас, по-моему, там много лечилок. А нам нельзя... Тратить огненную нельзя, да. Огненную соль. Что-то у меня сегодня с памятью. Вайтран переместилась, мы хотя кинжал вроде когда отдать. Я забыла. Что за странное место? Бабочки летают. Какая-то выгребная яма тут. Я... Хочу поймать бабочку. Секира. Бородатый мох. Че это такое? Напиток здоровья. Там есть еще одна дверь, которую мы с вами пропустили. Опять я по всем капканам прошлась. Так. Вот здесь вот еще одна дверь. Может быть... Так, не то нажала. У нас есть с лечилками какие-нибудь эликсирчики. Мне своими силами придется это делать. Эксперт, очень хотели. Со взломом беда у меня. А я ведь взломы не прокачивала больше, да? Ну, почти, почти. Отмычки 99+. Типа больше 100. Наконец-то. Наконец-то. Взлом повышается, мы его не прокачиваем. На...
да, прокачать. Так, значит, кто-то здесь что-то охранял. Какую-то книгу. Нищий. Так, книги, которые подороже мы продаем. Закончились ваши денечки. Гильдия воров есть, конечно, мы к вам не присоединимся. Что у нас долго это все дело получается? Ой-ой-ой-ой-ой. Даже не знаю. О! Джзарго за меня заступился. Какой молодец. А подождите, надо Джзарго вылечить. Это я могу сделать. Это однозначно. Нам нужна магия, чтобы это сделать. Как у нас не получается, чтобы разобраться. Да, видите, на легендарке сейчас тяжело мне из-за того, что я стала вампиром. Надеюсь, мы идем туда. У Джзарга всегда много места для вещей. Какие-то у нас нелады сейчас. Как не вовремя, а? Я только разыгралась. Так, а почему мы эту хрень не продали? Ты не знаешь Джзарга? Предмет для... Блин, Вайтра надо было закинуть, да и все. Каджит идет за тобой. Куда-то оттуда выбежал. А задание-то у нас там дальше, дверь. Нет, здесь мы не были. Где были? Не поняла, все какие-то ловушки. Я как раз перед этим сохранилась. Что делать? На Латранаха ловушка сработает? А, я наступила. Понятно. Так, а мы вернулись обратно, мы по кругу, что ли, ходим? Что-то как странно. А почему мы вернулись-то? Я не поняла. Когда мы здесь уже были, он нас не услышал. Вот как-то странно. Если будем убегать, нам нужно опустить мост. Это меры предосторожности. Да будем сваливать отсюда. Делать ноги.
Вот он, странный чувачок. В капюшоне. Тут мелко. Оказывается, тут мелко. Белокожая, красноглазая девушка мечты. Я не могу работать, раз ты в таком состоянии, ночной бродяга. В каком в таком? О чем ты вообще? Судя по твоему лицу, тебе нужна моя помощь, чтобы вылепить из него нечто более изящное, чем то, что... Мне неудобно так с тобой разговаривать. Но подожди. Я умею работать только с живыми, не с теми, кто уже перешел в мир неживых. Блин, я, кстати, хотела с ней по-нормальному поговорить, она сама первая завела с нами диалог. Так, подожди, я к тебе подойду. Что-то у нас даже что-то обновилось. Блин, каких-то этих собиралок, бивни, мамонта. Найти там 10 штук. Так. Меня терпения не хватит эти квесты выполнять. Надеюсь, чтобы сюда попасть, меня чем заплатить за выпивку. Чуть бесплатно не убили. Нифига вы гостеприимные, такой девушка. Мне все равно, что ты продаешь. Я не куплю. Подожди-ка, сейчас вот с этой стороны женщины. Тебе от меня что-то нужно? Да. А, насколько я понимаю, ты можешь изменить внешность человека, а ты точно знаешь, что делаешь. Может быть, ты меня в человека превратишь, только и всего. Это правда, но я умею работать только с живыми. А тебе уже довелось выбрать другой способ переделать себя. Ты про вампиризм, но почему как не кстати, а? Все у нас происходит в игре. Я не всегда была жалкой нищенкой. Я училась своему искусству у настоящих мастеров живой скульптуры. Я училась на факультете хирургии в Клаудресте. Я три года странствовала с столиками на Хатокры. Среди моих клиентов аристократы Империи и Доминиона. И все же я пала так низко. И теперь я просто блуждаю по коллекторам этого мирового отстойника. Она их выводит в анабиоз и делает страшные вещи. Мастер пластической хирургии. Это все, это для этого я тут в Рифт не бегала и записывала 3 серии. Ну ты что, прикалываешься? Это весь квест? Угу. Это из-за того, что мы вампир, мы с ней ничего не можем больше сделать. Ну вот мы ее нашли, ну и чё? Ну и чё? Мы ее нашли. Ну тогда давайте заниматься этими. Вот, гильдия воров. Мне предложили показать мой необычный камень Векс из гильдии воров в Рифтоне. Но мне придется стать полноправным членом гильдии, прежде чем она сможет мне помочь. Короче, давайте переговорим, а там будет видно. Наверное, нам дадут какое-нибудь паршивенькое задание, нечестное, недостойное нас Довокена, убить какую-нибудь невинную жертву, и тут мы с вами спалимся. Мы не согласимся выполнять этот квест, и тем самым откажемся стать полноправным членом гильдии воров. Чует мое сердце, что-то такое. Если будет тебе охота поболтать, подвохом. Ряга не самое подходящее место. Вегел, мой парень, только вздумай к нему сунуться, костей не соберешь. Наглянуть хоть в чё годное. Надеюсь, тебе есть чем заплатить за выпивку. Меня интересуют брутальные мужики. С бородой и секирой. Ну, секира есть. Бороды нет. Очень не советую тут задерживаться. Как дела в гильдии воров? Поделись своими мыслями. Ну да, конечно. Давай ты займешься своими делами, а я не стану просить могильщика утопить тебя в бочке. Отлично. Отличный разговорчик. До встречи. Нам не о чем говорить. Почему это? Нам не о чем говорить. Может, стоит поболтать?
Последнего из тех, кто лез к Векелу, нашли потом с проломленной головой. Почему тебя прозвали могильщиком? Меня называют могильщиком, потому что я последнее, что ты видишь, прежде чем тебя похоронят. Что? Тебе кажется это смешно? Хе-хе-хе. Вы слышали, как я смеюсь? Нет, твое имя всякого напугает. Думаю, что дурацкое имя, тебе что-то не нравится? Могильщик, могильщик. Но сначала убеждение. Вот как? Я тоже так думаю. А у тебя есть мозги. Мне неохота с ним драться. Вот, держи. Это тебе от заведения. Нафига он мне нужен? Напомни мне, почему тебя прозвали могильщиком. Я тебе говорю. Меня называют могильщиком, потому что я последнее, что ты видишь, прежде чем тебя похоронят. Нафига, какой он крутой. Придумал себе байку. И заученную повторяет. Последнее, что ты видишь с проломленной Ведь башкой. Не любит, когда всякие чужаки что-то вынюхивают во фляге. Мне как ты знаешь. Мне все равно, что ты продаешь. Я... Если тебе охота поболтать, фляга не самое подходящее место. Да у вас тут тихо. Мне все равно. Как в морге. Я не куплю. Как в морге. У вас тут такая атмосфера. Эх. Нам не о чем говорить. Я слушаю. А ты хочешь со мной поговорить? Да. А, поучи меня, краса. Слушай меня внимательно, и люди перестанут тебя замечать. Угу. Угу. Что там ты продаешь? У тебя кожа белая. Да, немного того, немного сего. Да, я вампир. Только никому не рассказывай. Это секрет. Когда нас видят насквозь, даже если мы одеваем маску, нам все равно говорят, что мы вампир, то понятно, что мы не можем ничего этого скрыть. Да у нас что-то вообще денег нету. Ладно, я слушаю. Векел мой парень, только вздумай к нему сунуться, костей не соберешь. Нам нет дела до него. Гаджет прикроет тебе спину. Что это было? Откуда выйдет? Откуда придет? Надо взять лук и стрелы. И какой-нибудь яд. Сильный яд бешенства. Всех подряд. Упадка сил. Смотрите-ка, как раз нам нужно... это действует на лучниках? Куда она скрылась? Если придется, я тебя убью.
Ну давай, двигай. Что-то здесь одни женщины, что ли? Гильдия убийства. Ой, убийц, воров. Минус одна. Так, где еще? Почему в одну руку ты так взяла? Регенерацию магии нужно найти. Есть у нас? Нет? Еще колдовство нам нужно повысить. Так. Подождите, это ведь навык колдовства? А, это разрушение. Колдовство — это призыв от ранахов и захват душ. А разрушение-то тоже вроде было. А, вот зелье разрушения. Угу. Надо сохраниться и спуститься пониже. Они с какой-то другой стороны обошли. Вот она. Блин, я не убежала от нее. Вовремя сохранилось, что-то вообще не катит. По идее, эти доспехи меня должны защищать, что-то от них меньше пользы. Так много там. Там еще какие-то крысы. Откуда? Доносится голос, а вот. Так, надо выпить магию и призывать, например, розу Сангвина. Так, есть зелье колдуна. Колдовство, это у нас чё? Тоже призыв от ранахов. Значит, у нас микстур с магией маловато будет. Сейчас надо будет меч брать в руки.
такие сильные они. На легендарке сейчас вообще невозможно играть с этим вампиром. Что это такое? Ловушки, что ли, какие-то? Ты как вообще вышел туда куда-то? Ты целый лабиринт. Там еще было двое. Куда они делись? Есть спуск какой-то. Так, ладно, мы здесь вышли. С тобою. Там дозорные сидят на стуле, греются у камина. Ну и все, да? Нам надо, значит, не спускаться. Понятно. Мы могли там спуститься. В принципе. Где крысу убили? Продадим, продадим, продадим. Стрелы. Какое-то странное место. Здесь все может воспламениться только так. Надо брать с тобой магию огня. Заменить на магию обморожения. Эти лабиринты, лабиринты, крысиная нора, муравейник. Скульптор лиц не смогла нам помочь по той причине, что мы вампир. Мы вроде как уже умерли, как она сказала. Ты уже выбрала другое лицо себе. Никак не могу тебе помочь. Везде закрыто. Что все закрыто. Ученик, в принципе. Можно взломать легко. Ну что ты будешь делать? А? Наконец-то. Так, здесь у нас общий. Общий проход. Или нет? Да. Ты кто? Повар? Почему? Почему? Сегодня я плотно поужинаю, радость. Почему? Блин, вот это засада. Вот это мы попали. Эй! Спаси меня! Ой, близок. А еще в помощь... А, мы эту способность еще не прокачали. Ну ладно.
А где он с ним бьется-то? Ты разобрался, молодец. Молодчик. Так, мы с вами обнищали, нам нужны деньги. Поэтому всякое барахло подбираю. Смертный червь. Чувак. Они были золотистыми, даже после смерти. Но кровь в них была красная. Я знал, что она будет такой. Так, ты тут местный сумасшедший? Я оставлю тебя со своим горюшком. Пока. Так, значит, наш ручной маньяк всех перебил. Безупречный гранат. Чернильница. Это ингредиент какой-то? Тут заключенный или вы здесь живете? А туда типа можно еще ниже спрыгнуть. А, мы к тебе пришли опять. Мы с тобой связала. Крепко-накрепко. Никуда нам от тебя не деться. Музыка нас связала. Тайную нашей стала. Здесь кто-то особенный? Я не открою, так что оставь. Открой сезам. Не вынуждай меня выходить. Я дам тебе пока. У меня сегодня вообще очень странный-странный день. Странный-странный-странный день. Знаю, открой мне, слепой, бедпень. Куда дальше, мы в тупике с тобой? Это конец пути. Я не открою, так что... Странный день. Открой уже мне, блин. Что тут столько всяких ценностей. Давай, выходи уже. Нет у меня пока. Какая-то подстава. И зачем мы здесь? Так, а мы здесь ведь вроде как выполняем задание, да? А где нам искать кого-нибудь? Кто нас осветит? Азы гильдии воров. Тут мужик по-любому что-то знает, но нам не открывает. Нам нужно обязательно с тем мужиком на торговой площади выполнять квест. Я не хочу. Он противный. Что это за место такое? Странное. А здесь мы не были, кстати, да. Денег. Нашли. Джузарга, надо тебе топорик. Если кто-то подкрадет, перекинуть. У Джузарга всегда много места для вещей. За тобой. Так, значит, мы здесь зашли. Тут какие-то сундуки у них есть. Деньги тоже. Кстати, столько денег собрали. Надо вернуться к тому мужику, еще качнуть скрытность. Слишком уверенно замахнулась на сундук.
Так, берем все. Еще какой-то сундук. Золотишко насобирали. Тут, значит, у них кузница. Наковальня. А у нас ничего не появилось нового. Мерзкий щит. Нет, к сожалению. Так это все продать надо. Так, ладно, сюда я смогла подняться, а выше... Выше там только... А, нет, да, сейчас мы как раз поднимемся наверх. И что-то мы никого встретить не можем. Я вспомню, как это сделать-то. Бабочек сколько здесь. А вот у нас переход. Так, продадим. Все продадим. Мы все осматривали. Так, мы пришли к выходу. И ничего не нашли. Мне не хочется заниматься этими утренними делами, подкидывать кому-то там чего-то. Мы хотели кинжал в прошлый раз с Вайтран перекинуть и забыли. Заодно продадим все и вернемся в Рифтон. Что-то у нас не клеится ни одно задание сегодня. Так, меня боятся люди, мы в Гладоши все вампиры. Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Боги улыбаются тебе, друг. Магазин. Нам нужно в зал мертвых. И нужно микстуру для магии закупить. Но у нас... мало денег. Постой, я тебя знаю. Какой зал красивый в Вайтране. Не то, что в других местах. Мы первый раз здесь. Здесь красиво, ковры везде. Катакомбы. Мы тут не были.
Ой, это ничего себе. Как я напугалась. Никак не думал, что в Айтране в катакомбах обитают эти скелеты. Откуда они взялись вообще? Костной муки можно набрать здесь. И продать, кстати, все. Зелье силы. Надеюсь, мы идем туда, где я вообще не знаю, как много места для вещей. Так получается, что у нас прямо под боком, где спят наши дети, опасные твари обитают. Веди, дружище. Ничего себе. Я уж напугалась. Какая-то книга. Блокирование повышается. Можем ее продать. Еще деньги. Это подношение, что ли, для мертвых, а это... Я ж думала, это этот спящий Драугр. Хотела его разбудить. Думаю, хватит спать, Драугр. Еще один камень. Мы пока найдем этот квест, мы уже соберем все камни необычные для этого квеста. Который я пока еще не нашла. Денежки, денежки. Мне так понравилось. На видном месте лежат мешочки с деньгами. Как приятно. А там в крысиной норе там вообще у нас такой куш был. Да? Ладно, пойдем тогда один кинжал. Нам все-таки придется это противное задание выполнять на торговой площади. Он, кстати, спит. И не слышит нас. Одно забрали, другое отдадим. Отмычка. Ах ты! А мы сохранялись перед этим? Да, мы сохранялись. Ладно, откатываем сохранку. Ну ты чё проснулся, так все замечательно было. Ну и все. Ладно, тогда не будем покушаться на твоя. Но нас никто не слышит. Поговорить. Говорить. Скажи мне, ты веришь в великого Аркея, бога жизни и смерти? Да всякие разные твари существуют. Называют себя богами. Знают больше людей. Ну, как я уже говорил, Аркей – бог жизни и смерти. Его храмы и залы мертвых находятся по всему Тамриэлю. Жрецы Аркея, вроде меня, проводят ритуалы по усопшим и изредка утешают горюющих. Также мы постоянно следим за теми, кто практикует темное искусство некромантии. Я задал вопрос, поскольку надеюсь, что ты поможешь мне вернуть кое-что, что я потерял. Мы тебе вернуть хотели, кинжал. Амулет Аркея. Источник моих божественных сил, а также священный символ моего положения. Я потерял его где-то в катакомбах.
Я бы сходил сам, но там какие-то странные звуки. Там скелеты под боком у тебя спят. Там утратили покой. Без амулета у меня нет сил, чтобы противостоять им. Тебе не трудно его поискать? Я как раз хотела спросить, как тебе спится здесь спокойно, когда у тебя под боком скелеты с топорами бродят? Я ж подумала, не охраняет зал мертвых. Да, найду. Я подожду тут на случай, если какое-нибудь зло попытается выбраться из катакомб. Надеюсь, мы не будем этим злом. У меня с собой кинжал. Она все-таки решила вернуть его отцу. Да хранят ее боги. Я сделаю все, чтобы он как можно скорее оказался в его могиле. Спасибо, дитя, за твое участие. Да благословит тебя Аркей. Одно, другое. Так, ладно, вот мы сейчас как раз здесь находимся. Этот мужчина нам подкинул задание. И Александре потом, да, скажем, что мы вернули кинжал. Надо вернуть амулет Аркея. Еще читаем. Чего такое интересного тут у нас? Пойдем же, Зарго. Катакомбы. Вернем амулет этому мужику. Скелетонов побьем немного, хоть какое-то занятие найдем. А, ну вот он. Мы уже тут всех перебили, делов-то. А я уж нарисовала красочную картину, как мы пробираемся через пещеры. Убиваем драугров. Натыкаемся на какого-нибудь бешеного, сильного драугра. Но нет, нам сегодня не везет с квестами. Мы все. Ты не засыпай. Говорить. Я столько времени провожу с покойниками, что иногда забываю, как же хорошо в мире живых. В общем-то, вроде неплохо. Вот твой амулет. О, хвала Аркею! Пожалуйста, возьми эту награду за помощь. Угу. Мы у тебя со стола больше взяли. Твой путь в эти темные времена. Тоже, мужичок, не хворай. Деньги больше не оставляй на столе. А то они уплывут куда-нибудь. В лапы еще одного вампира. Загребателя денег. На видном месте. Пойдем продавать. На бухло ты все тратишь, врешь-то все. Не делал. На монетку. О, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. Пойдемте, продадим все. Постой! Я тебя знаю. Только нам надо время перемотать. Быстрее в укрытие, чтобы нас солнышко не поджарило. Посмотри, что у меня есть. Сейчас мы тебе еще барахлишку притащили. Наверняка ты найдешь то, что надеюсь, ищешь. Мы идем туда, где нет. У Джзарга всегда много места для вещей. Кстати, я бы не сказала, что вот кузнец поблизости очень дорого скупает. Оружие, кстати, тут можно чары, да, снять. Да, я это все сейчас продам. Эльфийский лук красивый. Тащи, пока тащится, кот. А что там у нас с этим вот топором зачарованным? Может быть, снять чары? Иди, дружище. Тоже снимем сейчас чары. То продадим. Свитки какие-то у нас тут.
Блин, этот свиток используется на всех. Я не понимаю, в нем преимущество, если враги наши тоже становятся быстрее. Здоровье у них повышается, и запас сил. Блин, деньги хотела выручить, ну ладно. Голубой горный цвет, ничего себе. Сколько у нас всякого. Эту бочку что-то никто покупать не хочет. Я ее уже таскаю сколько. Чернильница. Чары. Так я и не нашла. Ничего. Из того, что мне нужно в Рифтоне. Нет, ну мы нашли этого скульптора лиц. Мы узнали, что эта женщина раньше изучала хирургию и была востребована у знатных людей. Кто-то себе носы пришивал, переделывал, губы увеличивал. Не знаю, морщины. От морщин избавлялся. Может, я не знаю, жир откачивала, она еще чем-то занималась. Но после чего-то, я уже не помню, она, в общем, стала это делать для бедняков, а сейчас вовсе в тех вот катакомбах. Короче, в той канализации живет она. Может быть, она прячется от кого-то, может, она кому-то не тот нос пришила. Хотя это грустно, на самом деле, если говорить о реальности. Но в игре, возможно, причина такая. Рука дрогнула, и все. Вся карьера коту под хвост. Ну и жизнь человека вполне. Так, а у нас еще было оружие же. Нет, сейчас нет смысла прокачивать. Предмет зачарования, камень душ. А, я уже знаю. Тогда надо продать. У тебя есть эликсир с магией? Ты в драконьем пределе, чтобы... Ледяная буря — это тоже умение, да? У нас есть такие свитки. Можно выучить такую способность. Свитками на самом деле не очень удобно пользоваться, потому что знаешь, ну, легче использовать. Раз у тебя есть способности, советую посетить коллегию магов. Заклинание. Это мы выбрасывали. Надо продать тогда. А, ребят, ну я думаю, на этом стоит закончить серию. И в следующий раз мы с вами будем в Рифтоне, скорее всего, выполнять еще какое-то задание, связанное с гильдией воров. Если их, конечно, найду. Если нет, то, в принципе, нам есть чем заняться. Да, сейчас только туда переместимся с вами. Ты, Александра, Александрой. Переговорим. И я думаю, все остальное нужно делать уже в следующий раз. А я еще думаю, знаете, с кем можно поболтать? Вот здесь вот девушка разговаривала с парнем. И она периодически здесь если появляется. Перца, нам не о чем говорить. У нас уже был с ней диалог, но там можно еще раз с ней поболтать и сказать, что вроде как я... Может, хочу вступить в гильдию воров? Сегодня ни о чем, кроме опытов, думать не могу. Что тебе нужно? Ты алхимик? Очень надеюсь завоевать это звание, да. Однако путь к успеху обрывист и труден. Мастер Элгрим говорит, что у меня прирожденный талант.
Но я боюсь, что, ободряя на словах, в душе он порицает меня за ошибки. Из-за моих ошибок мастер Элгрим уже потерял ингредиентов на целое состояние, а некоторые из них еще и достать крайне трудно. Если бы я жила во времена Скайрима, я бы, наверное, хотела бы выучить и освоить ремесло алхимии, ну и продавать всякие микстурки, лечилки. Я думаю, что на этом бы я смогла бы только зарабатывать там. Какого рода ингредиенты тебе нужны? Чтобы восстановить запасы мастера Элгрима, мне нужно 20 ядовитых колокольчиков, 20 цветков паслена и 20 корней нирна. Мне кажется, или правда ты не прочь собрать для меня эти редкие ингредиенты? Да, я весь хлам собираю. Я уже всем пообещала тут помочь. А квесты, они как-то так только прибавляются у нас. Я смогу больше внимания уделить своим экспериментам. Огромное спасибо. Да еще ничего не выполнено. По 20 штук. 20 нирна, 20 паслена. Ядовитых колокольчиков. И 20... Так. И мне кажется, сейчас прямо сбегаю к себе в Винтерхолд и приду. Почему ты так увлечена алхимией? Это такой восторг. Видеть, как мои снадобья влияют на живую плоть. Как останавливается сердце. Темнеет в глазах. Мы состоим из тысяч частей, у которых тысячи разных функций. И все они работают слаженно, поддерживая жизнь в теле. Если хоть одна деталька механизма ломается, жизнь заканчивается. И тогда ты понимаешь, насколько на самом деле мы хрупкие, уязвимые. Спросишь, почему меня это так увлекает? Насмешка. Насмешка в том, что тот самый мир, который дает нам жизнь, дает и средства для убийства. На самом деле, вся фармацевтика, да, все лекарства, они основаны на изучении, в общем-то, различных и свойств всего живого, в том числе и растений, да, лечебных свойств. Сейчас организм сложно перестроиться, но так на самом деле природа намного лучше могла бы исцелить человека любой болезни. Но так как он привык к искусственному вот этому заглушению симптомов болезни, а не вылечиванию, да, то ему, естественно, если уж лечиться травмами, нужно месяца три, чтобы организм обратно вернулся в свое русло. Подскажите, где я смогу найти эти ингредиенты? Корень нирна найти проще всего. Он растет только у воды и издает особый звон. Учти, если сорвать его, он, увы, не вырастет снова. Паслен попадается в сосновых лесах и болотистой тундре Скайрима. У него характерные звездчатые фиолетовые цветки. Остается колокольчик. Он растет только на болотах в тундре. Вывернутые сине-лиловые цветки ни с чем не спутаешь. Природа тесно связана с человеком. Он часть этой природы. Единый организм, в общем-то, сказать. Так. Поэтому лучше, наверное, возвращаться обратно к истокам. При этом хорошо, если бы технологии были безвредны для природы и служили только для поддержания экологии, да? И для поддержания гармонии в мире. Тогда я не против каких-то разработок. Ну а так развитие бесконечное, оно внутреннее. Но это можно совместить с внешним. Ха, моя семья. Уйма денег, и все это тратится на нелепые затеи и политические дрязги. Я создана для большего. Я хочу посвятить свою жизнь и способности настоящей тьме. Если бы только мать мне позволила, она бы потом гордилась мной. Для большего? Ну, выбор каждый делает. Возможно, ей нужно сначала подружиться с тьмой, потом понять, что она раб этой тьмы. Очень долго страдать, мечтать о смерти, но никто не даст ей легкую смерть. И таким способом она будет мечтать уже, искупить уже, пойти по другому пути. И она вдруг увидит свет и пойдет по другому пути. И у нее еще больше способностей будет, чем если бы она сразу же, например, ступила по светлому пути. Свет виден только на фоне тьмы и наоборот. Такая вот контрастность. Я не смогу закончить опыты, пока ты не принесешь мне нужные ингредиенты. Технологии, способные
помочь этому миру, если у человека добрые намерения. Если человек старается жить по совести, сильная воля и любовь в сердце. Но этот человек не сможет донести свои идеи в реальность, потому что мир заинтересован в том, чтобы люди не развивались. Отстань от меня, я разговариваю. Она за мной идет. В Винтерхолде. У меня там целый сад теперь ручной. И там все мое. Все мое родное. Теперь ни у кого не нужно ничего красть. Ой-ой-ой, а здесь же вампиров не любят. Скажет нам еще сейчас что-нибудь. Не очень приятное. Так. Найти 20. Так, не 20. Итак, кидают и колокольчик. Пас, Лен и Нирн. Ох, вот Нирн там его нет, да. Нирн. По всем алхимикам надо бежать, да? Так, ну вряд ли я сейчас сделаю это быстро. Никаких драконов. У меня сейчас нет времени на них. О, двери сами открываются. Ну, правильно идет этот архимаг. О, несравненный архимаг. Коллегия Скайрим. Нет, весь Тамриэль в неоплатном дом. Поклон вам, старцы. Без ваших знаний не бывать мне архимагом. Мы уважаем уважительное поколение. Мудрость мы уважаем. Ладно, потому что мы должны уважать старшее поколение. Просто так. Почему здесь не растет больше? Ничего, я здесь все сорвала. Почему только капуста выросла? Ничего не восстанавливается. Ты откуда вышел? Такая неприятность с этим Анкана. Как жаль, что я не... Ох, не говори. И не вспоминай, и не вспоминай. Где можно заниматься тем, чем занимаюсь я. И не боясь, этот инцидент в Морфоле просто не... Я научу тебя кое-чему, но осторожней с этим знанием. Да невозможно просто, как дорого. Да, где тут место для алхимии-то? Должно же быть особенное место. Тут только все украсть. А ты, кстати, не хочешь нас поздравить, что мы архимаг? Я и представить себе не мог, что око могло быть столь опасным. Толдер прав, да? Магия действительно может подчинить себе твою волю. Если она слабая, то да. Если сильная, магия будет искать слабости, которые ты сам в себе не искоренил. Поэтому нельзя заниматься магией. Я точно узнал здесь гораздо... И рассчитывать, что то, что ты хочешь от всех скрыть, оно не будет открыто. С тобой рядом всегда веселее. Магия, она закаляет вас как воина. Если идти по этому пути, то все сложности они хорошо будут. Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Показано. Так, здравствуйте. Я всегда к твоим услугам, архимаг. Дядюшка. Хороший ты дедушка. Вот. Мы тебя в обиду никому не дадим. Наверное, это выше. Хороших дедулек и бабулек мы в обиду не даем.
Флончики обновились. Я забыл совсем про плюшки. Здешние. Яблочных пирогов набрали. Так, это что такое? Это мы, что ли, тогда накидали? Беспорядок тут какой-то устроили. С сердитым лицом я бы даже не рискнула взять этот мешок. У нее такое лицо. Такая недовольная сорока. Я даже не знаю, как это назвать. Уверена, можно. Что вы не забудете тех, кто оказался наиболее вам полезен, Архимаг. Могу лишь сказать, для меня огромная радость, что коллегией управляете вы. Правда. Ты Если меня... я могу вам хоть в чем-то помочь, прошу, дайте мне знать. Ты меня так, да, чуть ли метлой не гнала, а теперь со мной хочешь подружиться. Хитрая лиса. Где? А вот, вот, нет. Почему украсть мой... А ну, это комната чья-то. Хотела уже возмутиться, украсть моим собственным этом. Жзарго, а куда у нас алхимическая лаборатория делась? А, Жзарго, а чей это вообще мешок? Своей коллеге тырить как-то некрасиво. А вот это ничего, это наша комната, по-моему, да? Наверное. Так, да, мы потихонечку с тобой тут чего-то находим. Мы все должны благодарить тебя за спасение коллегии. Ты на своем посту заслуженно. Благодарствую. Толвдир мастер-волшебник? Этого я точно не ожидала. Погляди. Толвдир? Ну, почему ты не ожидала? Он же нас обучает здесь. Ну, старенький уже. Ну, ему пришлось показать, на что он способен. Он еще ого-го, помните, когда мы дрались с Анкана? Джазарго. Ну, серьезно. Пирожки, сладкие всякие вкусняшки. Тоже... А, мы вернулись, мы по кругу прошли, да? А тут должна быть лестница. Нету? А где же лаборатория? Что-то как-то странно. А вот все. Кинжал драконьего жреца. Видите, какой-то посох нашла класс. Урон 8 написано, это не особо что-то. Школа восстановления, полноценная школа магии. Что бы там тебе ни говорили. Ой, женщина, у тебя такой голос противный. О, здесь все восстановилось. Вот это я искала. Почему материалы моих исследований постоянно пропадают? Хорошо, что-то исчезло, как ветер, невидимка. Бурбулятор. Так. Да, здесь периодически обновляется все.
Мужику-то больше камни не нужны. Так, это все чужое. Нам нужен просто колокольчик, поэтому я выборочно тут собираю лаванду. Так, нам нужны всякие разные алхимики. Надо по всем пройтись и найти все, что нам нужно. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе? Может быть. Половину тебе продам. Если какая помощь нужна, только шепни. У тебя лечилочки обновились. Что тебе нужно, друг мой? Корень мирна, ядовитый колокольчик. Вид у тебя бледноватый. Паслин. Наверное, это атаксия. У нас в Сиродиле это настоящая напасть. Еще 5 осталось ядовитых колокольчиков. Лаванда. Яд обморожения. О! Я торгую лекарствами от всех бед. С радостью. Мы 20 нашли ядовитый колокольчик. Так, дай гляну там, что там. Осталось найти черный вереск. 11. И нирна. Еще 14. Башка не варит, надо спать ложиться. Это морозная соль? Огненная Извини соль. Извини мою наглость, но, по-моему, у тебя все признаки гремучки. У меня как раз есть... Так, алхимия пока не занимаемся, пока это все дело не продадим. У меня есть гремучки. Парочка. А, так значит, ты алхимик. Так, какие у тебя ингредиенты есть? Корень нирна 2 штуки. Паслин. Огненная соль. Вот она. Так, давайте мы теперь тебе продадим. Так, надо одеть маску Вольсунга. Потребуется ли? Может, суровому Норду и не нужно? А, так значит, ты алхимик. Давай. Нам нужны деньги. Это еще мы насобираем 100 раз. Главное не продать то, что нужно для задания. А нет, я даю ты колокольчик, еще одна штука нужна. Мои эликсиры. Так, дальше идем. К следующему лекарю. Кто у нас там еще чем торгует? А, дайте вспомнить. По-моему, Фолкрити это как раз-таки баба. Еще там страшное название какое-то. Она еще очень долго рассказывала, почему она назвала таким страшным названием место, в котором она как раз тоже торгует лечилками, всякими микстурами. Нам надо только найти сразу же на карте и смотреть. Мертвым припарке, вот.
короче, прямо направо нам сейчас надо повернуть. В рифте не произошло убийство. Грохнули старушку. Хозяйку привезли. В рифте не... А мы только что оттуда. Когда успели-то? Стоило так мне... уйти оттуда и на тебе. Что не знает. Не поняла. Не знают, что прибыл... Наверняка у них есть те, кто следит за ситуацией в городе. Кто что разнюхивает. Появилась Давакин, или подозрительная какая-то личность, которая со всеми общается, незнакомая, все-все спрашивает. Хотел нам свалить и кого-то грохнули. А вот это бы мне понадобилось за то. Новичок в городе? Может, новичок хочет, чтобы я ему что-то смешала? Куда не уходишь? Куда не уходишь? Пусть тебя не отпугивает название. Погляди. Давай посмотрим. Коринирна и паслин. А еще огненная соль. Просто соль. Это нам надо, да. Так. Что-то как-то это мне не нравится. А может она спать уйдет? Если... Ладно. Позови меня, если я зачем-нибудь понадоблюсь. Мне только один и дают и колокольчик теперь нужен. Слушайте, а где мы тогда его нашли очень много? Хочу вспомнить на карте. Это не в лабиринтян, куда мы направлялись? Нет. Подождите, в Маркарте есть тот, кто торгует микстурами? Наверное, по идее, в каждом городе должны быть, да? В Селитиуде. В Селитиуде там есть всякая всячина. В Морфолье не была еще. Задачку задали. Я могла, конечно, ночью пробраться, у меня сейчас сил нету. Скрывать надо дверь. Ни одного колокольчика не хватает. Да у вас все надо украсть. У вас так много всего, и почему этого нет в ассортименте? Да у тебя кожа белая, побрякушки, всякая всячина и прочие безделушки. Кожа не волнует. О. На всякие пожарные куплю все. Коринирна нету у тебя. Во всякой всячине тебе всегда рады. А, нет, то, что у нее было на витрине, то мы искупили. Коринирна. Где еще чем торгуют-то? А, вот как раз таки в Винтерхолде, может быть, еще должно быть. На то, что чем-то торгует, надо заглянуть. А у этих братьев из Фокрита они всякую ерунду тоже скупают. Может, они ингредиенты тоже продают. Кто знает, кто знает. Ошиблись адресом? Нет, я пришла за своими деньгами. Я продаю все, что угодно, если мне это выгодно. Помни об этом, хорошо? И за сыром. Я кручусь, так что мы пока держимся. Да уж, раз на брата полагаться нечего, приходится все делать самой. Да, обновляется постоянно все.
И если ты ищешь Ранмира, то он либо уже храпит в постели, либо еще набирается. Так, нет, это мне недоступно. Там, где Серебряная кровь, я помню, там тоже какое-то место. Тоже чем-то там торгуют, я не помню. Но Нирн нужно вручную собирать. И я его еще много потратила. Я его собирала вручную, на самом деле. Вот сколько у нас корня Нирна там? Восемь и девять, да? Паслен. Останется отнести ей паслен и корень Нирна. Морозную соль надо еще насобирать где-то. Ой, не морозную, огненную. Эти вампиры стали настоящей напастью. Тут кто-нибудь вот есть? Это будет... Да сделайте же что-нибудь! Давай, я не смогу закончить. В смысле? Пока ты не принесешь мне нужные ингредиенты, поторопись. Так, я не могу тебе по частям принести, там написано отнести. Опять эти разборки с вампирами... При том, что не только в Винтерхолле, но он и здесь. Да не, по-моему, это... без нас. Все, это вечерняя вылазка. Все, все разошлись. И теперь сейчас с крепким сном уснут. В башне света тьмы, у них такое развлечение, как кто-то в доту играет, кто-то на вечернюю вылазку вампиров бьет. Я сегодня ни о чем, кроме опыта. Ядовитый колокольчик. У меня как раз настает ответственная фаза эксперимента. Именно этого мне и не хватало. Вот тебе. Вот я тебя нашла. Стой, стой. Окей, остальное позже принесу. Я поняла по поводу гильдии воров. А вот и ты. Что случилось с твоим клинком? Он пропал много лет назад в Двемерских развалинах. Без него я чувствую себя беззащитной, как младенец. Вряд ли другой клинок мне его заменит. Так, я ж думала, у меня он есть. Я не имею права просить тебя о подобном риске. Все равно это будет глупая затея. Она сама воин, кстати говоря. В глазах говорит мне, что мои предостережения не будут услышаны. Мой клинок, лютый, покоится в руинах Мзинчалефта. Прикольно так подвинул. Я чуть не рассталась там с собственной жизнью. Это, кстати, хорошо, что они могут двигать, а не застревать. А что произошло с тобой, Мзинчалефте? Я забрела вглубь руин, и тут на меня набросилось огромное искусственное создание. Ничего подобного я раньше не видела. Да? Колосс ударил, выбил клинок у меня из рук и серьезно меня ранил. Мы два раза с таким встречались. Лишь по счастливой случайности мне удалось спрятаться от двемерского чудовища и выбраться на поверхность. Я, должно быть, потеряла сознание, потому что следующее, что я помню... Это как Эйрин обрабатывает мои раны. Так, а... Все? Прошу тебя, помни об осторожности. А по поводу гильдии воров что-то ничего не слышно. С тем придурочным придется, да, дела вести. Никогда не видел Мьёл такой огорченный. Этот город действует ей на нервы. Так, короче, вы можете мне написать, стоит мне... С тем неприятным человеком дела вести на рыночной площади. Или же другим способом можно найти... того, кто связан с гильдией воров, потому что вы видели, мы обчистили всю канализацию. Что-то какого толку? Это все надо продать. Перематываем время, продаем это все к кузнецам, торговцам. Думаю, на этом хватит.
Долго мы будем искать Паслен. Паслен, или как правильно его? Там корень нервный, его нужно так вручную собирать. Это достаточно редкое растение. Почему еще не открыто? Кто-то спалил. Нет, ну надо такая. Я подумала, продать за 400 было бы прекрасно. Здесь продают и покупают лучшие украшения. Купите мой эликсир. Почему? Еще здесь никто не проснулся. Ну, кузнец вовсю дрова рубит. Украшение. Хочешь посмотреть, как бы? Только лучшее оружие и броня. Не нравятся мне твои глаза. Какой-то в них странный голод. Я продаю чудесные безделушки и сверкающие самоцветы. Ладно, в следующей серии решим, что будем выполнять. В общем-то, я хотел выполнить задание, связанное с гильдией воров, но что-то у нас как-то... не проходятся квесты. Поэтому, ребят, увидимся с вами в других сериях. Спасибо, что смотрите меня. Не забывайте нажимать на колокольчик, если не хотите пропускать видео. И увидимся с вами в других видеопрохождениях. Всем до встречи и всем пока.